Проклятие захватили маску короля-чародея и спрятали ее в темнице. Мы должны вернуть ее. Убейте любого, кто посмеет заступить нам путь. А этой дороги у нас нет союзников. К предателям подходит подкрепление. Маска короля-чародея у нас. Теперь повелитель сможет призвать его вновь. Несите маску в кузню. Ты доставил эту вещь нам. Что ж, повелитель будет доволен. Убейте их. Для обряда нужна кровь. Для нашей магии нам нужна кровь. Они ловушки. Убейте их. Чтобы обряд совершился, нам нужно больше крови. Хотели покориться, они заслужили смерть. Предателями командуют два вождя. Пусть ваша ярость обратится против них. Один из вождей мертв. Теперь убейте всех остальных, и мне зачем жить? Будь скорее к дороге Саурона. Отставшего ждет участь хуже смерти. Они окружены. Навряд ли помощь скоро подоспеет к ним. Убейте любого, кто посмеет заступить нам путь. А этой дороги у нас нет союзников. Перед нами путь Саурона. Скорее, вперед! Мы должны разыскать кольцо повелителя. Мы прошли по пути Саурона. Кольцо здесь, совсем рядом. Я чую его. Ценность должна стать нашей! Кольцо власти у нас! Отныне Средиземьем будет править повелитель Саурон! Подъем, мерзавцы! Сегодня Аскелят горит! А ну живее! Вон к тем развалинам на севере! Нам нужен сигнальный огонь! К
глашатай Саурона, и наши вожди ждут сигнала. Зажгите огонь на месте сбора. Шевелитесь, ублюдки, шевелитесь! Нужно зажечь огонь в развалинах на севере. Вперед! Ну все, парни, мы добрались до места. Пора зализывать его. Похоже, у нас проблемы с базиликой. Защищайте это место, пока не прибудут наши вожди. Один Саурон приветствует тебя. Живее! Что вы еле ползете? Нам вон туда надо! Отходим, крысеныши! Мы еще вернемся! Тащите таран! Живее, слабаки! Подонок! Таран стоит дороже, чем шкура сотни таких, как ты! Вперед! Шевелитесь! Ворота там впереди! Они захватят таран, вы все подохнете! Ясно!
алтарь! Да это же сам Фармир, сынок правителя Гондора! Сегодня у нас будет королевская жратва, парни! Не отступайте! Скоро Фармиру придется встретиться с вами! Красавчик Фарамир! Эй, его ребята! Стойте насмерть! Бейте врага! Убейте командира следопытов! Не так уж он и силен! Ты падешь от моего меча! Фарамир покойник, парни! Его соратники бежали, как паршивые псы, поджав хвосты! Асгиллиад наш! Слушайте меня, подонки! Мы должны спалить этот город раньше, чем наступит ночь! А ну живее на следующий ярус! Захватим этот проклятущий двор! Навестим их тохлых королей! Вот и корона Гондора! Ничего, ищичка! Отнесите ее на Асклу! Эй, парни! Корона у нас! Завалили дорогу к воротам. А ну расчистим путь и доставим таран на место.
Разбей все на пути! Надо доставить таран на место! Мы вывели последние ворота. Наверх! Все наверх! Там, на самом верху, торчит какое-то белое дерево. Хозяин велел сжечь его. Это мерзкое дерево! Сжечь тут все! Вот это дело! А ну порубим этих слабаков в куски! Тронный зал живее! Нашему хозяину нужен этот трон! Вперед! Убейте стражу! Построили алтарь Балрога, но чтобы вернуть огненного демона к жизни, нам нужны волшебные камни. Вперед! Добудем их в топях морей! Айда! Вышибем из этих рудников всю дрянь! Нам нужно место для привала! Захватите марийские копии! Живо! Обидимся!
нас! А ну вперед! Первый чертог! Мы должны найти волшебные камни! Хозяину нужен горящий камень, чтобы вызвать демона! А камень вон у того жалкого вождя! Прикончите его! Зарубите вождя и принесите мне его горящий камень! Проводство темного хозяина поможет вернуть малых к жизни! Хозяин сказал, для этого нужны два горящих камня! Принесите мне первый камень! Ага! Зарезали как свинью! Теперь тащите сюда этот камень, пока он не погас! Хозяин сказал, что надо убить несколько людишек, иначе горящий камень не захватит на алтарь! Пошевеливайтесь! Еще! Ищите камни! Они нужны хозяину, чтобы вернуть огненного демона! Ненавижу гномов, даже дохлых! А ну-ка разнесем его гробницу! Вернулась его сила! Тащите камень на алтарь!
Дон будет на месте. Мы сможем призвать Балрога. Убирайтесь отсюда. Живее! Балрог возвращается. Этот гном думает, что он хозяин? Да мы его тут и закопаем. Пляшите вокруг него. Бейте. Это всё лишь гном. Вот ваша цель, парни! Разнесите ее на куски!
иначе нам не продвинуться вперед! Застава наша! Но кажется, у нас гости, парни! Убейте гондорских вождей! Живее! Все сюда! Захватите площадь за воротами! Отличная работа!
эти земли будут нашими. Слушайте! Переправьтесь через реку и захватите тот берег. Живее, ребята! Эльфийское кольцо к воротам. Оно нужно хозяину. Элронд выронил свое кольцо власти. Живо хватайте его и тащите к воротам. Захватите личный дом! Вы, шелудивые псы! Хозяин доволен! Последнее эльфийское кольцо у него!
Пора кончать с этим делом! Найдите Леголаса! Убейте его! Убейте эльфийского вождя! Смерть эльфам! Смерть! Эти придурки думают, что могут спрятаться в своих халупах. А ну, поджарим их хорошенько! Спалить все дотла! Эти лачуги горят как солома. Жгите их! Уничтожьте все дома хоббитов! Несколько жалких хоббичьих лачуг. Хоббита больше нет. Самое место в могиле. Это Хэнд, Кривоборот, хочет помешать нам веселиться. Порубим его на дрова. Он вождь всех ходячих деревьев. Вали его, ребята!
остались одни щепки. У Шира больше нет защитника. Смерть вонючим хоббитам! Саруман приказал прикончить всех хоббитов! Убейте клубна! Пора покончить со всем этим! Он силен, но мы прикончим его, как прикончили остальных! Я буду сражаться с тобой, пока есть силы! Остановит! Вперед! Ширна!